Здравствуйте! Сегодня поговорим о препарате Энолаприл. Это гипотензивное средство для снижения артериального давления. Выпускают в виде таблеток. Цена упаковки 5 мг 90 рублей за 20 таблет. Аналоги. Берлиприл, Риниприл, Ринитек, Эднит, Энам, Энолаприл Аджио, Энам, Энолаприл Гексал, Энолаприл Ринивал. Помимо гипотензивного действия, препарат обладает вазодилатирующим, то есть расширяет кровеносные сосуды, и кардиопротективным свойством, то есть защищает оболочки клеток сердца. И относится к группе ингибиторов АПФ. После приема разовой дозы антигипертензивное действие наблюдается через час и снижает артериальное давление как в положении лежа на спине, так и в положении стоя. Некоторым пациентам для достижения уровня нормального артериального давления требуется несколько недель лечения. Эффект от лекарства сохраняется при длительной терапии. Резкое прекращение не приводит к быстрому повышению артериального давления. Дозировка. При приеме внутрь начальная доза 2,5-5 мг один раз в сутки. Средняя доза 10-20 мг в сутки в два приема. Максимальная суточная доза при приеме внутрь составляет 80 мг. Необходимо помнить, что доза и кратность применения устанавливаются только врачом, в зависимости от показаний и клинического статуса пациента. Спасибо за просмотр и будьте здоровы!